Всем доброе утро. Сегодня 11 мая 2022 год, ЛНР, город Брянка. Обстановка прежняя. Погода тоже прежняя. Также холодно, 7 градусов с утра. Ну, потихонечку солнышко начинает подниматься. Но руки подмерзают прям. Хочу сказать огромное спасибо подписчице. Подписан ник как Елена в поиске моего дедушки. Как я на 9 мая говорила, я года два назад, наверное, искала тоже вот это в погибших. Специальный сайт был. Я находила его. Фамилия, имя, отчество и откуда родом. А дальнейшей судьбы его ничего не было описано. А Елена написала, говорит, я, говорит, нашла его. Я еще раз зашла, может быть, это другой сайт, а может быть, обновляются сайты. В общем, нашла. Он там единственный. Да, он действительно родом из Орловской области. Я как-то рассказывала, что и бабушка, дедушка оттуда. Они, их несколько братьев и сестер, они сюда, к нам, на Донбасс, приехали по очереди, друг друга сюда переманили. Вот. Написано, что он призывался в 44-м году, только какого числа нет. И написано, что в 44-м он же так и погиб. Ну, хочется, конечно, узнать, при каких обстоятельствах, как, чего. Но это все, наверное, только нужно будет в военкоматах узнавать. Ну, уже хоть какая-то маленькая доля уже известна. Я не знала даже, с какого он года рождения. Ну, за бабушку знала, хотя они там приписывали всегда себе возраст, что он 1909 года. Фотографии у нас есть, где он сидит с бабушкой, молодые, и держит моего папу на руках. Папе, я не знаю, ну, может быть, ну, до годика еще маленький такой. В общем, так волнительно все прочитать. Я помню, бабушка показывала похоронку, она была, ну, как не стало бабушки, все, это, конечно, мы маленькие были, родителям оно это не нужно было. В общем, ничего этого не сохранилось. Это сейчас только понимаешь, что это история, что нужно было, ну, как есть. Так что еще раз я благодарна, что, видите как, что еще хотела сказать. А, ну, так у нас все, в принципе, нормально. Единственное, сегодня уже 5-й день, нет воды. Ну, было по ленте в соцсети предупреждение, что из-за поломки. Ну, пока, видимо, не отремонтировали. Поломки разные бывают. А может быть, нет там труб на замену или еще что-нибудь. Ну, в общем, ничего. Нам не страшно. У нас рядом есть скважина, если что, наберем. Ну, запасик еще небольшой есть. Так что, друзья, спасибо еще раз вам всем за все огромное. Всем мира и добра. И все будет у нас хорошо.